Пришли в местный ресторан с экспертом в виде Ванессы. А я с этими двумя долбоёбами пришла, я ешь шашлык вкусный. Beef and Fire на Кальварийской 21. Все есть на скидочке, кстати. Да, не были здесь ни разу, пойдем посмотрим. Ой, мы прям не ожидали, думали, во дворе будет какой-то фуд-корт, а это оказался прям мясной ресторан. Очень красиво, есть два этажа. Все очень стильно выглядит пока. Пойдем сейчас пробовать. У меня салат из ростбифа, он стоит 11,55 вместо 16 рублей. Выглядит довольно аппетитно, Алёша. Карпаччо прикольная подача, 8,75, вопросов нет. Вообще мы переборщили, потому что мы взяли еще такой вот сет, который весит 1,7 кг. Мы не ожидали просто... 39 рублей вместо 80. Так, мой карпаччо провалилось как в пропасть. Еще раз рассказываю про сет, который стоит 39 рублей, весит 1,7 кг. Соленья и... Картошечка, люля-кебаб, мяско, курочка, соусы, прям смачно. А еще здесь классные соленые огурцы бочковые, как у бабушки в деревне. Картошечка, три соуса. Не знаю. Буська, я сейчас тоже чуть попробую. Ванесса, что скажешь? Не попробуешь? Очень вкусный салат. Хватит пробовать тебя. Все реально, нам все нравится. Мы записываем уже непонятно в какой раз, поэтому я повторяю, что я покушала здесь очень вкусно. Мы думали, что... на фудкорт во двор, но оказалось все не так просто, пришли в мясной ресторан. Да, какой-то на самом деле оказалось невзрачный ресторан, хорошие цены, но нам действительно понравилось, поэтому оставляем вам огромную скидку.